Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество за Японию проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. У нас такой челлендж выиграть именно культурой, то есть никакой науки, религии, ну религии, правда, и невозможно на 20 цивилизаций, как меня поставили, 20 цивилизаций, до хрена городов-государств поставлено. В общем, тут у нас проблема с Бразилией, которая куда-то улетает вообще по-дикому просто. Сравните показатели всех остальных и что у Бразилии вообще. Это какой-то мрак. Ну, я тут хотя бы по культуре уже пытаюсь ее догнать, но во всем остальном Бразилия просто самое настоящее божество, в общем-то. Против божества, и вот оно что вытворяет здесь. Это страшно. Ну, я воюю с Оклендом. Так, сейчас, наверное, апнем всадника как раз. Так, тут... тут апаю в... Знаете, я, наверное, черепаху возьму, потому что куча стреляющих юнитов как раз. Возьмем черепаху. Тут это... Мушкетер делаем, стандартизацию за счет трех мушкетеров получили. Так, убиваем этого парня. Вот здесь возьму воинственный клич, потому что тут как раз не обстреливают. Так, вот тут я боюсь дуболома надо отводить, потому что этот... Вот тут у нас холм, да? Значит, этот... не сможет так вот его обстоять, потому что, ну, арбалет серьезно покалечит. Так. Не могу ходить, тогда давайте по арбалету стрелять. Тут стоим. Все остальное апнуто. Так, селитру мне никто не хочет продавать. Жмоты. Храм построен. Я могу, конечно, за веру юниты покупать, но, к сожалению, не все. Ой, блин. Зачем я купил гуру? Ладно, отправлю его как следователя, но это... Мисклик конкретный у меня сейчас был. Так. Мы открываем гуманизм для вот этих культурных зданий. Потом пойду в меркантилизм. Потом в национализм. Кого мы купим за веру? Стоит ли мне распространять религию? В принципе, я думаю, что пока нет. Можно копить веру как раз на... рок-музыкант. А можно немножко прикупить здесь юнитов. Ну вот летучие отряды, в принципе, я думаю, неплохо поработают. Поэтому давайте в Нагое летучий отряд купим и в Нагано. И все, и можно копить. Дальше. Теперь что мы тут строим? Нужен ли нам тут монумент? Нам тут надо вырасти два хода, буквально до 7, и построить промышленную площадь. Давайте, наверное, да, монумент построим тогда два хода. Стандартизацию. Сколько тут я открываю дамбу в контрфорсе, чтобы дамбу вот здесь построить. Ну, норм. Смотрим, что Топлинг будет с нами делать. Норвегия плавает, вот города Индонезии. Ага, ага, так, там гавань достраивается. Странно, что Катеринбу тут не заселяет. Охренело вообще, Голландия еще какие-то с меня деньги требует. У
У Норвегии 1800, причем это все флот, скорее всего. Серьезные такие ребята. Интересно. Ну, Окленд слабоват, конечно. Слабоват, я думаю. Мы разберемся со всеми этими юнитами и заберем. Он еще и на воду спускает. Without mathematics, the four characteristics of humanism. Так. Тут пока, наверное, все оставляем. Стреливаем арбалет. Тут обстреливаем этот. И, наверное, да, подходим вот так. Теперь окружаем летучим отрядом. Это чтобы за атаку с флангов. За атаку с флангов был бонус. Тут пока не атакуем. Мне надо подвести осадную башню для того, чтобы стены... Ну, какие стены, кстати? Ну, только даже древние стены, даже не стены средневековья. Мне 2 единицы силы не хватает для прыга. Не буду себя подкрыть, потому что будет, что Окленд может 2 арбалетами и этим убить просто летучий отряд. Так, тут отремонтируем шахту. Виктория промышленная. Так, мастерскую надо строить, а потом музеи. И тут даже потом через 3 хода дамбу будем делать. А вот здесь уже можно, наверное... Блин, что-то долгое. Художественный музей. Ну, вообще тут скоро уже появятся... через 2 хода открою лагеря и будем строить лесопилки на тропических лесах. Тут акведук построен. Очень мало производства у меня, конечно, в этом городе. А в начале вроде норм было. Киото растет. Так, учебное место тоже построено. Потом на Кахокию пойдем. Или на Преслов. Блин, я не знаю, вот Кахокия... Сейчас я уже выглядит, как будто Кахокию лучше забрать. Кто там... В науке Бразилия. Ну, вроде все, у кого дофига науки, я их как раз встретил. Ну, конечно, Бразилия. Попробуем поторговать еще. Блин, вот жалко, реликвий ни у кого нет. Как бы мне... Видите, мне некуда шедевры пихать. У кого могут быть реликвии? Но реликвии только апостолы-мученики дают, так? Ну или найти можно в руинке, конечно. Ну вот нету ничего. У некоторых даже просто никаких шедевров нету, не то что реликвии, это письменность. Страшный суд. Ну, у бразильца нету реликвий. У него, опять же, только художественные произведения всякие. Швеции тоже нету.
О, вот реликвия. Отлично. Так, чувак. Смотри. 20 влияния. Слушай, за реликвию. 5 золота вход. Вообще не проблема. Давай, может, я тебе еще железо дам. Может, ты железо хочешь? 25 штук железа хочешь? Хочет, смотрите. Он мне даже заплатит за это. Здорово. Так. Но я еще не всех проверил на реликвии. Что у нас мапучи есть? Откуда у турка реликвия появилась? И финикия. Все, больше ни у кого ничего нету. Так, следующим ходом мы подходим к Окленду осадной башней и начинаем долбиться об стены. Интересно, он этим мечником убьется? Он, кстати, опять же, могут мне... Он убился об... об коня. Соответственно, добил... Стал сюзереном Хатусы. Интересно, какое там задание выполнил. Дает 2 единицы. Ну, у меня нет таких стратегических ресурсов, которых у меня нету. Так. Сначала подходим сюда мушкетом. Ну, красота. Надо вот этот арбалет как-то отсюда убрать, блин. Отряд. Да, уведем. Разграбим торговый путь. Еее. Так. Подводить ли мне арбалет? Я вот думаю. По идее, не должны убить его. Двумя выстрелами, если что. Так. Открываем меркантилизм. Значит, давайте уже на тропический лес работничков. В разных городах разные. Так, вот здесь промышленную зону. А почему только плюс 2? Даже здесь круче получается. Ну, надо, значит, здесь ставить. Что-то я думал, что от стратегических плюс 2 будет. Ну, в смысле, от каждого по плюс 2. Я ошибся. Значит, надо придется сюда ставить, а тут надо шахту делать. Купить. И, пожалуй, амбар построил, а караван, доступные пути на деньги. Блин, давайте с канадцем союз сделаем. Я смотрю, он там неплохо к нему бегает. И он еще и рад со мной союз заключить. Вау. Чувак. Прям еще и деньги мне готов кидать в лицо. Ух ты, 150 прям. Да ё-моё. Это
уже чуть многовато. Что-то я забордел. Это 11. Так, культурный союз. Отлично. И значит... Вот. Из Гифу и из Токио в Викторию. 170 стоит. Отлично. Как раз он мне денег дал. На покупку этого каравана. Так, ну и надо будет поменять карточки уже. Поставить карточки на караван. Здесь. Как раз следующим ходом достраиваю шпионов. Сколько я шпионов могу сделать? Одного как раз пока. Окей. Так. Подождите, я сюзерен Кумаси. Мне вообще-то надо не... Нет, не убило все-таки. Ну, серьезный урон. Ну, пускай он его обстреливает везде. Я сейчас, по идее, по-моему, окончательно возьму. Так, от всех торговых путей, лагеря и пищу, и можно строить лесопилки на тропических лесах. Так. Вот что надо смотреть. В Хатусу 8 культуры. В Мехико 8 культуры. Вот что мне надо делать. А не канадцу отправлять, блин. Я совершенно забыл. Ну, союз с Канадой, тем не менее, хорошее вложение. Он мне денег заплатил за это. Почему нет? Почему бы и нет? К сожалению, не вижу города бразильца, зато вижу города Финикии. Я думаю, что надо в Финикию. Так, там 438, тут 81, значит. Сюда отправляем. Так. Окленд наш. Монумент амбар чиним. Кампус плюс 3. Может уже кампус построить? И поехали. Ну, Кахокию, наверное, будем брать. Тут что-то отряд починится, пока мы тут возвращаться будем. Видите, три мушкетера с осадной башней. И все. Итак. Меняем. Ну, 5 культуры. Хотя. Давайте в Мехико отправим. Он хочет еще и караван. Почему нет? Как раз 3 посла получится у нас, да. Я всего 4 культуры. Конечно, странные континенты и острова получились. Я немножко по-другому себе представлял эту карту. Почему мне тут не растет этот город? Мне интересно. Тут явно надо... обрабатывать все эти клетки. Надо больше рабочих. Так, что мы тут поменяем? У меня не апнут в мушкетера всего лишь один мечник, так? Вот это шпионов можно менять. Вот
это у меня работать не будет пока. Может, тогда шпиона оставить? Ну, в любом случае, вот тут можно поменять. А я бы еще хотел два входа. То есть мне два хода надо будет ждать. Ладно, давайте пока содержание юнитов. И вот. И селитра пускай больше капает. Вот это 25% я, наверное, все-таки поставлю. Быстрее этот шпион действовал. Знаете, строителей. Ну, я не особо хочу быть союзником Хатусы, так что меня не смущает, что это кто-то ее перекупил. Караванов маловато. Да, да, избегаю мелких островов. Хотя один город у меня на мелком острове. Он меня осуждает, потому что у меня слабый флот. Норвежкам, норвежцам. Он, наверное, всех тут, по идее, должен осудить. Сейчас просто даже интересно, сейчас флот начнется, я гляну. Есть ли кто-то в друзьях с Норвегией? Норвегия объявляет войну Бразилии. Класс. О, слушайте, это круто будет. Норвегия должна, по идее, Бразилия. Мы просто не знаем, где ни тот, ни другой. An architect should live as little in cities as a painter. Так, дамба. Заканчиваем мастерскую и ставим дамбу вот тут. Что нужно удалять? Так, обещал Финикии не селиться рядом и выполнил. Могу освободительную войну Лаутара. Офига только. Да, Амани тут никак не помогает расти. Жалко, я дорогу к Кахоке никакую не провел. Так, а копейщики у нас, пикинеры точнее, здесь. Так, ну я думаю, мне нужна индустриализация. Явно. А где это уникальное здание? Смотрите, уникальный юнит японцев у нас... Уже должен был быть... А, вот в военной тактике он. Но он, кстати, видите, улучшается до мушкетеров, то есть. Ну, блин, идти сюда. У него мощь 48. Все равно мушкетер круче. Не получает штрафа, правда, при повреждении. И требует железа, а не селитру. Слушайте, давайте откроем вот это сначала. Я буду самураев своих покупать просто. Ну, просто куплю.
ящики вот тут обрабатывать. За веру куплю. Четыре науки у Финикии. У меня пока нет науки, так как нету кампусов. И города у меня слабо растут, хотя есть и жилье, и довольствие. У меня мало еды. Мало еды. Не очень у меня японцы питаются, такие слабенькие. Ой, Египет осуждает. Вот этот Египет вообще самая слабая цивилизация, походу. Два города осталось. Не знаю, почему его еще не вынес. Турок. Так, надо будет следующим ходом пройтись по ресурсам. Еще Буэнос-Айрес у нас есть на карте. Где-то еще Иерусалим есть. Причем он союзник, по-моему, Мапуче. То есть можно, конечно, попробовать объявить войну. Вот это не очень. Меня Финикия осуждает. Так. Пожалуй, надо строить стены у прибрежных городов. Блин, а чё она меня осуждает? Я ж выполнил обещание. Я обещал не селиться и не селился. Поселились возле минус 3, ладно. Претензии к нам, претензии от других игроков к нам. Но это, кстати, из-за захвата города-государства, скорее всего. А, он еще, видите, не любит тех, кто много городов, собственно. Ну, у меня не так прям много, но все равно города на побережье есть. А я хотел посмотреть норвежец. Если с кем-то, с кем норвежец дружит хоть кто-то. Единственная цивилизация. Одна. Да, слушайте, ну вот Финикия. Надо будет ставить карточку на стены и строить стены, иначе нас ждет печальная участь, несмотря на то, что у нас города вроде крепкие. То есть, по идее, вот эти города просто каравеллы уже не возьмутся. И даже вот этими юнитами, которые он плывет. Мы ж одной веры даже практически с тобой, Финикия. Ну хотя нет, основные города у него атеисты. Потом он, наверное, смотрит на меня как на говно. Давайте еще строителей. Каперы можно уже строить, да. Так, а тут мы идем в национализм. Смотрите, несмотря на то, что у меня дофига культуры, я все равно отстаю по социальной ветке. Дидон и Кардифф. Союз. Ну, Кардифф, ладно. Кардифф, если... Кардифф не страшно потерять. Блин. Ну, я что-то так и думал, что когда захвачу город-государство, Финикия обидится. Тем более она союзнику Окунда была. Но здесь вон плавают корабли Канады. Думаю, он меня защитит.
А с кем вообще Финикия в контрах? Она мне за две монеты хочет, чтобы я ему из сад земных наслаждений отдал. Ресурсы не проверил. Ну, я имею в виду торговать ресурсами роскоши. Whatever is contrary to nature is contrary to reason. And whatsoever is contrary to reason is absurd. Единственное, я меняю. Значит, во-первых, ставлю скидка в стоимости в ресурсах. Вот. Во-вторых, плюс к созданию оборонительных зданий. Вот, пока так. И нам надо в Гифу стену. В Нагое стену. Токио стену. Даже в Киото можно стену построить. Вообще не помешает. Что он тут еще, видите, наземными юнитами она может высаживаться. Так, последний юнит. Больше у меня, по-моему, юнитов для повмушкетера нету. Подводим тогда копейщика, мы апнем в пикинера. И куплю за религию несколько самураев. Так она недалеко тут была, о чем мы только сейчас встретились. Так, и где у нее столица? Ага, вон там. Я на с Индонезией в контрах. Понял. Так. Давайте в Индонезию посольство. В Рим посольство. Канаду посольство. Кристиной дружбу. Посольство и военный союз. Блин, уже музыкальные произведения у нее есть. Отлично. Финики у нее дружба, правда. С кем вообще у Финики хорошие отношения? Союза вообще ни с кем нету, и дружба только со Швецией. Мне не надо было со Швецией военный союз заключать, надо было с кем угодно, кроме Швеции, военный союз. Амбарчик. Так, растем. Священочка. Она плюс 3. Научная теория, индустриализация ускорена. Так, картография. Военная тактика, картография, массовое производство, индустриализация. Вот так. Здесь мы поменяли.
Поехали по ресурсам пройдемся. Две оливки у турка. Откуда взял, интересно? Лисички, оливки, чай. Есть у меня? Откуда турок ресурсов набрал? Чая нету, оливок нету. Лисички-то я торгую. Хорошо. Хорошо, у меня с турком не совсем уж плохие отношения. Чай, оливки. На благовоние хлопок, например. Может, у него благовоние хлопок есть? Хлопок нету. Благовоний... нету. Можно торговать. Чё ты столько золота с меня хочешь за это? Посольство, нет? На 11 золота вход. А, может, ты у меня железо хочешь? Не хочет. Все равно все эти 11. Ладно. Принимаем так. Примем тебя таким, какой ты есть. Что еще? Красители. На жемчуг. Ого. Может, ты лошадей хочешь? О, готов. И даже, наверное, хочет мне заплатить, да. Отлично, все. Торговля завершена. Да, я в курсе, что мои моря беззащитны. Мне и не надо... моря защищать. Я буду защищать сушу. Imagine todas as conquistas sur... А у тебя читерная цивилизация просто с бонусом от тропических лесов. Судя по тому, сколько у меня тропических лесов, ему тоже это... Ваша доблесть, ваша арета воистину достойна подражания. Это интересно, что значит? Что-то с армией? Ну, как у меня не особо большая армия. Давайте глянем, какие у меня тут... О, а вот и Финикия. Я очень вовремя начал стены строить. Хуана объявила войну Дидоне. О, зато и Канада. Вот это, то, что Канада объявила войну Дидоне, это важно. Так, сейчас мы еще самураев поднакупим. Заодно... Кстати, мои караваны нельзя грабить, между прочим. Ваших торговцев невозможно грабить, поэтому я могу спокойно отправлять, например, караваны куда угодно, не боясь. Я теперь уже на максимум культуры искать. Я просто бегала так, из Киото в Хатусу, из Факуоки в Мексико, из Факуоки в Преслов. Из Киото к Охоке. Значит, из Киото и из Фукуоки. Максимум. Ну да, потому что там больше всего районов. Киото. Фукуока.
Ну, у Кахоки побольше защиты. 58. У Окленда там что-то 40... 40 с чем-то было. Так, давайте мы здесь купим самурая. Силу добавил, просто на год этот капер какой-то. Приплыл, блин. Так, Киото. И Сукуоку. Стены завершены. Ну, средневековые стены, я думаю, не надо делать уже. Как мне тут... Видимо, фестивали на Театральной площади надо проводить. Или рабочих. Давайте рабочих. Этот город могут взять, блин. Это не очень. 7 ходов стены делаются, это долго. Тут, правда, корабли... Ну, блин, компьютер так воюет, они не знают, что у него тут корабли... А, не, вон по... Поехал флот Индонезии. Теперь уже Мариок это тяжеловато. Вот Дидоны отступает. Зато плывет наземными войсками. Ну и нормально. Я думаю, тут его сейчас канадец с Индонезией будут бить. Так, нашли источники, пырим деньги. О, у меня закончился союз. Надо восстанавливать. Давайте дружбу. И какой союз? Ну, давайте экономический. Так как она согласна сразу, то явно готова мне заплатить. Проверяем. Всегда. О, могу дружбу со Спартой. Но она в плохих отношениях с Индонезией. Нет, не буду. Парты дружить еще. Индонезия обидится потом. Так, с Фукуоки в Мехико. И Преслав. Из Киото. По Тусу. И Мехико. Просто на ровном месте 32 культуры вход. Чисто караванов. Это 1/5
той культуры, которая сейчас есть. Копию заодно объединю юниты. Кстати, давайте мы в Хокуоке купим мушкетера как раз. То есть мне три корпуса надо делать мушкетеров. Поставлю исследование. У меня их как раз три прокачанных и три обычных мушкетера. Окей. Мурая просто в городах пока сидят. Такое у меня необычное историческое развитие. Мы уже открыли порох, и только потом... У меня уже мушкетеры появились, но потом внезапно что-то произошло в Японии, и стали появляться самураи. Видимо, что-то случилось. Так, строители. Наверное, надо от Окленда вот эти клетки передать Нагана. И это от Фукуоки, чтобы две еды было и хоть какой-то рост шел. Две еды. Ну, 7 ходов. Вот это уже что-то. Давайте еще строителей. Этот у меня чисто на исследование. Пойдемте турка исследовать. Блин, Египет, хватит выделываться. С двумя городами сидит. И что-то еще... нет. За 4 золота. Сад земных наслаждений за 4 золота вход. Китайцу нравится, что я чудеса не строю. Да, блин, завалишь, хрен угонишься. Не, чувак, сорян. Ничего не продаю. All who wander are lost. It is nationalism which engenders nations. Так, национализм. Объединяемся. Блин, уже 68 силы. Ну, это он построил мушкетера внутри. Ладно, это не страшно.
Может, объявить войну? Пускай он мои... Не, ну он убьет тогда этих ребят. Так, а где у нас следующие вообще юниты? Арбалеты в пушки полевые здесь. Мне надо сначала индустриализацию. Я должен... Я должен картуки и так брать. Так. Блин, не знаю. Ну, сидит у меня Киото, где жители уменьшилось. Может, лучше Лян тогда на... Вот, не могут быть повреждены природными явлениями. Чтобы уже все были в корпусах. Так, куда мы пойдем дальше? Ну вот, естественно, история. Вот в астрономию надо исследовать. Нет, так открою. Нет, дофига культуры. Так, я могу еще одного шпиона строить. Так, тут я явно в темный век выйду. Кавалерия куда-то плывет. Финики 1742 силы. У Канады примерно столько же, ну и плюс еще Индонезия 1000. Ой, зря Финики войну объявила. Тут Канада должна, я так думаю, как бы он Кумаси не забрал. Тут у меня куча культуры уйдет. Встанем на селитру. Это как-то выглядит. Кавалерия сюда бежит. Давайте, наверное, Капоки уже войну объявлять. Отсюда атакую, чтобы под выстрелы Капоки не попасть. Другой вопрос. Стоит ли мне сейчас подходить мушкетерам? По идее, не должна Кахокия больно бить. Тем более по корпусу.
Так. Может проатаковать Кахокию вообще? Нет, стою. Надо все-таки пока не тратить здесь хитпоинты. Спотканівши з Бога благос. Препрашим, пані Єдвіга. Так, как у нас тут Польша развивается? Ну, так же средненько, как и все. А с кем у нее терки? С османами и с неизвестными. Что у нее есть? То же самое, что и у меня. Отлично. А где ее столица? Ага, вон. Ну понятно, что с османами они тут в соседях. О, дамба построена. Промышленная зона плюс 3. Так, ну давайте археологически, наверное. Я сейчас берегу деньги на покупку археологов, они 800 будут стоить. И только одного хватит купить. Блин, Ульямапа отвалилась. Он захватил Хельсинбург, но Ульямапа отвалилась. И тут, смотрите, отваливается. Пару 0,5 всего лишь. Что-то Швеция прям давит лояльностью внезапно. Так вот мой Кумаси будет держаться? Я думаю, будет. Кстати, вот непонятно, за счет чего так много науки у Финикии. Вроде не особо такие места научные. Так, это началось. Это тут на мой... На его... Ну, эти как слабенько. Ну, тут сильно, потому что это не корпус. Это объединенный корпус. Колониализм. Imperialism and war also originated in the human brain. Производство еще дают. И тут, наверное, ничего не буду менять. Надо шпиона делать. Я, по-моему, где-то поставил шпиона делать. Да, в Киото. Так. Мы будем тут обстреливать. Во-первых, наверное, давайте самурая, да. Или не апать его, или просто его в защиту поставить, укрепиться. Обстреливать будем стреляющий юнит, а это значит квадрирему. Два посла. Масси одного. И пока все. Жемчуг хочется, но на самом деле надо обрабатывать эти тропические леса, чтобы производство было. Сюда, сюда. Арбалеты подъезжают. Блин, холмов нигде нет, вот холм. Блин, если я сюда встану, я боюсь, меня убьют этот арбалет. Подождите, отменим. Так, постою еще один ход, а вот следующим ходом буду... атаковать. Блин.
Провалил задание похитить бабки. Хоть не убили, не захватили. Ну, без разведывательного управления шпионы, конечно, слабо работают. Это я тут не буду спорить. Может провести... Я не успею, 8. Через ход уже получит его бразилец. Лучше строителей все еще делать. Так, давайте я здесь еще поставлю к обороноспособности города и плюс 5 к дальнобойной атаке. Вот так теперь. Так, и сделаю средневековые стены в Нагое. Почему-то он именно на Нагою решил нападать. Она. Дидона. Кстати, я могу, наверное... Мне надо вот этот... О, вот уже и Спарта меня осудил. Ну, это потому, что я в союзниках с Индонезией, которую она не любит. Надо вот эту галеру отвезти к канадцу и апнуть в... в каравеллу. Purpose of education is to rip in all works on natural history. We constantly find details of the marvelous adaptation. Буду ничего менять. Так, маншот. Подводим сюда. Этим. О. Восстанавливаем здоровье. А, еще и веру, кстати, получаем. Это за счет теократии, по-моему. Нет, не за счет теократии, за счет здания в политической площади. Что в невеликом магазине. Да, кстати, я хотел... Помните, я получил ачивку за Японию? Меньше 2% там что-то. Восстановление Мэйдин. Restoration Мэйдин. Это надо, чтобы один из районов в вашем городе был окружен 6 районами. И это не правительственная площадь должна быть, по-моему. Как-то вот так. Так что за счет этой своей огромной ромашки. О! Гуманитарная помощь. Попросим оказать мне помощь. Блин, это будет этот глюк с золотом. Видите, что у Египта 10 400? Это ей помощь оказывали. Слушайте, а что тогда делать? Может, как-то золото это не тратить? Но это будет слишком... Слишком читерно просто. Так, Киото. О, в Тире 792 золота. Попробуем украсть. Шпион завершен. Я здесь... 5 ходов археолог, это долго.
Я лучше куплю, конечно. За религию он не покупается, да? Где-то у меня еще, по-моему. А, я только строю пока археологически. Вот как раз он достроится, и здесь еще куплю археолога Эрмитаж. Да, но сначала... Я, конечно, на Эрмитаж вот этот чувак хорошо бы подошел. Давайте фестивалить. Не будем тут менять? Нет, пока не будем. Акведук. Давайте тут строителя, и вот сюда, наверное, я акведук поставлю. Пойдем в урбанизацию и в мобилизацию, в идеологию, вот так. Натуралист я, по-моему, нигде не смогу поставить. Рок-группа у нас здесь. Ух ты, нейтрализовали Магнуса мне. Ничего себе. Глюк вот заключается в том, что после принятия оказания помощи производятся проекты на золото. И, видимо, где-то ошибка в игре есть, потому что золото начинает падать просто очень много. Это какой-то... Да, размах моей империи. Ну, кстати, как ни странно, по науке мы не особо отстаем. Не имея ни одного кампуса. Слышите? Я не могу проголосовать против того, чтобы мне не давали деньги. Сейчас, наверное, кто-то кризис примет против меня, судя, ну, Бразилия. А, значит, Бразилия вступила, ну и Финикия, понятно. Да ладно, зато у меня будет гуманитарная помощь капать. Так, ну что, атакуем Кахоки. Ну, походу, следующим ходом упадет, между прочим. Я не буду здесь убивать юнит, потому что иначе я... Под обстрел попаду. Покеда кавалерия. Тут я все жду, когда эта кавалерия высадится. Так,
5 послов. Махенджо-Даро, наверное, надо 3. Чтобы культура шла. 235 культуры. Да, ну и тут я в темный век точно падаю. Зато Кахоке. Так, дружба с Римом, надо союз заключить с ним. У меня вот 4 тут дружочка. А, это они начинают... Нет, я не буду брать деньги. Они мне, кстати, и так будут сейчас, по-моему, автоматом деньги. Короче, я буду отказываться от денег, потому что это будет очень много. Реально будет очень много. Вот эти договора, это я так договаривался в торговле. A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof. Давайте, наверное, содержание юнитов поставлю. И меньше теряют в боевой мощи. Опять не удалось украсть его. Что ж такое? Так, Кахоки нет. Ну что, еще и преслов, наверное, стоит забрать тогда. Армия у меня имеется. Пингалу на 100% очков великих людей, потому что я тут уже проекты делаю. Так, с Римом. Научный союз, давайте. Так. Это напну разведчика. Блин, ты будешь тут высаживаться, нет? Так, копейщики устали ждать. О, еще и нанмодол тут имеется. Ну, за вообще. Вот откуда, наверное, у бразильца. Нет. Бразильцев даже не... Откуда у бразильцев столько культур, мне просто вот интересно. Так, ну... Блин, я этим ходом что ли менял? Мне надо первого посла в Нанмодол. Нанмодол еще дает культуру за прибрежные районы. То есть еще будет куча культур. Ну, я не буду его союзить. Так, хорошо, давайте что-нибудь быстро откроем. Есть такая возможность? Опера и балет, заодно и торговая республика. Давайте сначала торговую республику, потом оперу и балет, чтобы, ну, быстро принять. Средневековые стены завершены, мастерские строим. Гавань. Так, значит, покупаем маяк. И куда у меня... Самый выгодный на культуру. Из Киото. Блин, я в преслов, на преслов нападать же буду. Значит, из Нагоя в Махенджо-Даро и из Гифу в Махенджо-Даро. Давайте из Нагои. Гавань завершено. Маяк я купил.
Нужен мне тут амбар? Мне кажется, нет, лучше... строителя. Монумент ремонт, амбар ремонт. Да, поставлю на плюс 2. Он будет больше давать, потому что тут район тоже будет. Так, где у нас тут бегут? Так, тут откроем артефакт. Опа, да возьмем. Ну и, пожалуй, на этом я серию завершу. На счастливом моменте взятия Кахоки и Окленда. Сейчас мы полностью этим островом займемся. Ну, вот видите, я оказался на острове скорее, чем на континенте. Ну, вот у меня ощущение, что это какой-то остров. Континент это вот, где Швеция, Мапуче, Финикия даже тут имеется, Китай. Вот это континент. Кого мне убили? Да блин, галеру убили, похоже. Жаль. Ладно. Продолжение в следующей серии. О, кампус пошел. Мой первый кампус, между прочим. Не буду пока торговую республику принимать. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!